Хейлгейс, и Мишумики, мы продолжаем Reddit'е ру под названием Вольфенштейн. Мне жаль, что мы лишились мисс Беккер. Биджей, Тоттенкопф жаждет отомстить за наше нападение. Он перебросил войска к Цепелину. Мы недавно обнаружили волну энергии теней, которая исходит от Цепелина. Мы считаем, они готовятся выстрелить из оружия на энергии Черного Солнца. Итак, ты должен пробраться на Цепелин и остановить Тоттенкопф. Мы сможем провести тебя на аэродром, но остаток пути тебе придется проделать самому. Есть еще кое-что. Пропал доктор Александров. Возможно, он пытается самостоятельно обезвредить оружие. Мы уже потеряли одного командира, поэтому если увидишь Александрова, спаси его. Цепелин. Это одна из миссий. Поэтому мы посылаем все это дело нахрен. Он вообще, кажется, не здесь, да? О, он как раз там, где находятся остальные наши места. Да. Да? Да. Ага, давайте тогда туда сразу перенесемся. Ну, этот мужичок, как говорит, поможет нам на аэродром забраться. Ну, в принципе, ладненько. Вперед! Иди помогай. О, туда он есть. Ни хрена. Это было, да, у нас. Подожди, а теперь вопрос, чего у нас из этого не было? Angry. Окончательные модификации Цепелина близятся к завершению. Проследите за тем, чтобы все командиры частей получили информацию об отходе, как только мы вам об этом сообщим. Когда оружие начнет работу, его невозможно будет остановить. Поэтому если какое-либо подразделение останется в Айзенштадте, его поглотит мощь Черного Солнца. Ну все, мы это поняли. Так, а теперь у меня вопросы. Вопросы по карте. Мне нужно сюда. Ага. Радиостанция у нас здесь один. Здесь все, хорошо. Сюда, значит, мне... Сюда, потом сюда прибежать. И карта. Ну, здесь. В принципе... В принципе... Нормально. Давайте, наверное, на радиостанцию сейчас, да, сходим. Хотя нахер надо, давайте сразу на... Уничтожение башен. Так она здесь недовольно далеко. Но мне кажется, это будет защита башни. И ничего иного. Это будет в виде защиты башни, ничего иного. Два мешка с деньгами. Деньги нам уже не нужны. Ну, почти, ладно, можно сказать, не нужны. Они нам... Нам данные нужны. Вот что нам нужно. Все. Ну, данные, да, нам не помешают. Остальное может сосать босс. А пацаны молодцы. Так, вот это плохие звуки. Я не хочу знать, с чего это пуляют. С чего-то, походу, плохого, да? А-а-а. Это танк. Ладно, плевать.
давайте я к этой серии вот так вышку сделаю немного. Как-то. Блин, как мне это замутить? Так, ладно, так стенку эту зарисую. Ну, короче, вы поняли, как-то вот так я схвачу эту антенну. Добавлю к предыдущей серии. Чтобы было все по красоте. Сразу эту пушу мы забиваем. Я понял. Ладно, это мы сейчас установим. Так, задание выполнено. Все, да, по идее? Да. Аэродром. Данные. Подожди, карта, задание. Нам нужен не аэродром, а радиостанция. Мы пойдем сейчас на радиостанцию с вами. А потом уже вернемся к этому. Задание дополнено, покинуть, так, проникнуть на аэродром. Это основное задание аэродром, но нам нужна радиостанция. Мы не можем идти, пока ты не разберешься с нацией. Да, забей. Уже все сделано. Так, это мне наверх, да, предлагаете? А, ну, по прямой, мы сюда, здесь тупик, ну, как обычно. Поехали. Радиостанция. Нам главное радиостанцию уничтожить, чтобы этих тварей, как я понимаю, не было у нас. Ага. Данные. У нас 8 золота, 4 данных. И фолиант. Ха. О. Даже так. Ни хрена, чего вы такие жесткие? Он за бочку? Они типа за бочку решили спрятаться, или мне показалось? Данные. Мои солдаты добились значительных успехов в переделке радиоантенн в башню передачи энергии тени. Мы во всем следовали вашим указаниям. И вскоре башня сможет получать энергию из источников тени и передавать ее прямо к оружию. Надеюсь, вы предупредите нас, прежде чем стрелять. Да, не предупредят. Или это будет у нас серия связана с... Понял. Не знаю еще, не знаю. Ну блин, а смысл мне от этого золота? Мне главное данные находить и все. Типа, чтоб немного продвигать мотоциклы. Хрена себе. Ага. Так, подожди, а теперь мне нужно понять. Так, хорошо. Ладно, что я их выманил, остальное посрать. Это сейчас что было? Это сейчас откуда был огонь? Ладно.
Походу все. Внимание! В этой зоне был обнаружен американский шпион. Вы поняли, ребята? Американский шпион. Так, вот здесь может будет еще перестрелка. Довольно хорошая перестрелка. На удивление, здесь ничего нет. О. Ну это что же золото, алло? Почему я не могу это... Странное устройство. Мне кажется, здесь будут эти ниндзя. О, привет. Это шпион! Странная бабёнка, это основа. Мне предлагают пулять с орудия. Херово. А, ну, в принципе, на таких, смотрите, можно стоять, они довольно... многофункциональный. И не открыть. И не открыть. Но отсюда вылазят враги, по трубкам можно смотреть, где генераторы. Американец в ловушке. Все подразделения должны прибыть к пятому Знаете, какая задержка в развитии? Вот какого черта вот он по одной пульке пулял? Хотя я зажимал. Ну-ка, открывайся. Ладно, я потом, если что, пули закуплю. Хорошо, что... Похоже, мы все-таки загнали шпиона в ловушку. Уверен, за это мы все получим повышение. Ты рановато считаешь медали. Этот американец всегда найдет способ выкрутиться, даже когда преимущество на нашей стороне. Ты слишком волнуешься. Ему не выбраться из ловушки, которую мы для него приготовили. Согласен, ребят. Полностью согласен. Ладно, значит, пока что эту пушу поюзаем. Ага. Я данных не вижу только. Я не вижу данных, и это плохо. Монатин быстро бегает, когда это... под этой херней. Так, слышу какие-то стены. Давайте, скажите мне, что после этого это хорошее дело убивать по-тихому. Понятно. Наши информаторы сообщают, что американский агент и кружок Крейсау вскоре попытаются напасть на башню передачи энергии тени. Готовьте ловушку, как было запланировано. Если она сработает, с сопротивлением будет покончено, и Айзенштадт будет нашим. Мне интересно, что за ловушка, которую они так восхваляют. Они очень сильно восхваляют эту ловушку свою. У
Мне, честно, интересно ж стало. Ну что это может быть за ловушка? Которая... Да прекрати ты пулять, убейте! Животное. Так, хорошо, восполнились. Восполнились силам и духом. Подожди, это лестница? Не, это полулестница. Вы видите, враги слышат, даже если ты хер знаешь где. Остановите шпиона, прежде чем он сумеет повредить радиостанцию. Почему здесь столько базуковых патронов? Так, я сразу понял вот это вот. Но думаю, с ними можно и не драться. Ой-ой-ой. Манать, это оружие теперь не очень хорошее. О, сейчас буду воздушным обстрелом заниматься. Жопа вам, враги. И кто же в дверь как спрятался? Это призраки! Ни хрена себе. Капитан. Можете сообщить высшему командованию о том, что странные сигналы, принимаемые возле башни передачи энергии тени, не должны вызывать беспокойство. Башня работает на полную мощность, и пока не произошло ничего плохого. Я знаю, что, по мнению книжников, получение такого количества энергии может разрушить тень. Однако, уверяю вас, что все в порядке. Так, вы мне сейчас, как я понимаю, предлагаете вернуться с самого начала, ну желательно в начало. И забрать там данные, да? Ну, почему бы и нет? Потом, ребят, поговорим. Подожди, я пытаюсь найти данные. Так, вот здесь вот я получил данные о второй, о ловушке, так? Вот отсюда нужно искать внимательно. С этого места нужно смотреть внимательно. Не мог я упустить, не мог. Может быть, в другой комнате она находится. Как вариант. Но я не вижу нигде. Да.
А, вот. Доктор, более мощный генератор, который необходим для управления башней передачи энергии тени, включен и работает стабильно. Сомнения в том, что корпус не сможет защитить хрупкие внутренние механизмы, оказались безосновательными. Смотрите, получается, что у нас с вами есть. Так, подождите. Так, все, можем продолжать. Просто бежим, чтобы снайпер не, сразу не убил. Так, я думаю, можно сразу этим юзать, использовать. Так, теперь валим. Так, валим. Хорошая ловушка, ребят. Это ж ты... Воу. Воу, 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 ребят, нет, нет, ко мне не подходите. Обгорелики. Да ладно. А, я думал, я на мотоцикле поеду. Я уже такой, ни хрена себе. Эх, ладно. Агент кружка Крейсау показал мне, как выводить из строя передающие башни, расставленные по всему городу. Кроме того, он рассказал о большой башне, расположенной на крыше радиостанции. Не знаю, для чего нацистам эти башни, но самые крупные из них они уже точно не смогут воспользоваться. О, все. Enter. Продолжить. Так, ну все, теперь у нас остается основной миссии, по идее. Давайте даже посмотрим. Да, аэродром. Погнали, погнали, погнали. Ох, нихера ты мощь. Так, подожди, делаем вот так вот. Ладно. Подкидываю ихнюю гранату. Отлично. Ха-ха, тупая пушка. О! И никто не говорил, что она может пулять через стены. Эти защитные. Понимаю. Хороший выстрел! Обеспечьте огневую поддержку!
они издеваются, да? Окей, походу я справился. Так, полезли. Золотинку. О, тихо. Она закрыта, серьезно? Так, у меня... О, есть там. Все нормально. Вот почему еще-то меня не защищали. Они с обратной стороны. О, о, стой! Ну и шо, и шо? И шо такое, и шо такое? Блять, тупая пушка. Сейчас он сюда докатится. Подожди, мне нужно танк уничтожить? Ладно, до свидания. Серьезно. Мимо. Ах ты же, блядь. Ищи укрытие! Объясняю ситуацию. Это пиздец. Это пиздец. Ладно, я все-таки не жадный, да, человек, я использую эту хрень. Не жадный человек. Вон оно как работает. Так, ладно, поехали за золотишком. За золотишком. Блин, откуда я мог знать? Что нужно... Ты что, по танку только что пулял или как? Вот эти он глупый. Да, скажи, что танк еще не сломатый. Спасибо, путь свободен, залезай. А, в машину. Ой, бля, а кто же мог подумать, я думал сюда. А, давайте тогда, думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.